снегоочистители «Оверёсум». Очистка железнодорожных путей от снега и наледи – важная процедура, от которой зависит не только эффективность работы железной дороги, но и безопасность пассажиров, а также людей вокруг. В местах с суровым климатом очистку иногда приходится выполнять каждый день. Именно поэтому специализированное оборудование должно обладать крайне высокими показателями при работе. Норвежская компания «Оверёсум» занимается производством разнообразной техники с 1908 года. Ее специалисты разработали целую серию машин для уборки снега с железнодорожных путей. И именно такую технику вы видите прямо сейчас на экране. В снегоочистительную линейку компании входит свыше 10 разнообразных моделей. Все они отличаются между собой мощностью, а также принципом работы. Примечательно, что снегоочистители, как и снегоотбрасыватели, это далеко не всегда самостоятельная спецтехника. Зачастую это оборудование, предназначенное для монтажа на железнодорожные вагоны или локомотивы. Например, существуют щеточные снегоочистители – рабочий инструмент, щетка, которая сметает снег, лед, а также мусор, после чего отбрасывает их в сторону. Во время движения очищается полоса шириной от 2 до 6 метров. Еще существуют сдуватели, они одинаково эффективно справляются как со снегом, так и с листьями. Есть плужные очистители, в данном случае выглядят они как клиновидный отвал, отбрасывающий снег в стороны по ходу движения. Шнекороторные снегоочистители идеальны в случаях, когда слой снега большой, высотой около метра. SnowCube MK6. А вот другое снегоочистительное оборудование. На этот раз предназначенное для обслуживания взлетно-посадочных полос. Разработчик — нидерландская компания Snowcom. Ее представители заявляют, они совместили три самых распространенных способа убирать снег и создали нечто новое и уникальное. SnowCube MK6 — навесное оборудование, которое работает в паре с такой техникой, как тракторы на колесной базе. На первый взгляд принцип работы техники максимально прост — огромные лопасти захватывают снег. Далее шнековый транспортер перемещает его на достаточную высоту, чтобы вывалить в идущую рядом грузовую машину. Впрочем, на самом деле все далеко не так просто. В SnowCube MK6 реализована уникальная технология. После того, как снег поднимается по транспортеру, он попадает в компрессионный модуль. Здесь происходит сжимание массы снега за счет вымещения воздуха, благодаря чему его объем уменьшается в среднем на 66%. Это значит, что себестоимость транспортировки убранного снега значительно уменьшается. Можно использовать меньшее количество машин, либо делать меньшее количество заходов. Снег, для которого раньше нужна была машина с кузовом объемом 25 кубических метров, теперь умещается в 18-кубовый кузов. Снегоочистители Arctic Machine. Перед вами специализированные навесные отвалы, предназначенные для уборки снега на обычных дорогах. Производитель – финская компания Arctic Machine. Секрет эффективности данного оборудования заключается в том, что снегоуборочные машины работают на скорости до 90 км в час. Таким образом, скорость работы соответствует скорости транспортного потока. Неудобства таких участников дорожного движения сведены к минимуму. Машина с двумя такими отвалами имеет рабочую ширину свыше 9 метров. Это значит, что даже крупные магистрали очищаются за один проход. Автогрейдеры
Walker 1600 Sweeper Roller. Когда речь заходит о навесном оборудовании для уборки снега, обнаруживается один примечательный факт. Где и как именно используется снегоочиститель, зависит от машины, к которой он прикреплен. SR 1600 Sweeper Roller – оборудование в виде вращающейся щетки. Работая в паре с трактором, оно эффективно сметает с земли не только снег, но и песок, грунт, гравий. То, что вы видите на экране, не совсем стандартное применение подобного оборудования. Его прикрепили к гусеничному экскаватору модели Liebherr 916. Длинная стрела позволила поднять щетку и использовать ее для уборки снега с крыши. Производителем Sweeper Roller является компания Engcon. В серию входит 5 моделей, отличающихся размером. SR 1600 – средняя среди них, обладающая шириной 1600 мм. Несмотря на то, что вес навесного оборудования составляет аж 260 кг, работа ведется крайне деликатно. Как вы видите, крыша во время очищения не повреждается. Western Whiteout. Далеко не всегда снегоуборочные насадки работают в паре с тяжелой дорогостоящей спецтехникой. Современные люди желают тратить на уборку снега с придомовой территории как можно меньше времени. Купить трактор или самосвал для этих целей, однако, решится далеко не каждый. Автомобили же, напротив, сегодня имеет почти каждый, поэтому выход из положения нашелся очень легко. Whiteout – это навесное оборудование для уборки снега, которое крепится к передней части автомобиля. Производитель – американская компания Western Products. По сути, Whiteout – это плужный очиститель, который по принципу работы мало чем отличается от тех устройств, которые мы сегодня уже показывали. Однако у данной модели есть интересные уникальные преимущества. Рабочая ширина меняется в считанные секунды одним нажатием на кнопку. В итоге ширина может составлять как 2,5, так и 3 метра. Кроме того, оборудование поворачивается, чтобы снег отодвигался в нужную сторону. Эти особенности конструкции позволяют справляться с работой на 30% быстрее, да и вообще значительно расширяют возможности по уборке снега. Fastrac 8250. Последнее оборудование, которое мы сегодня покажем, очередной плужный очиститель. Однако в данном случае внимание стоит обратить не на него, а на машину, к которой он прикреплен. Мы привыкли считать, что трактор – это громоздкая техника, отличающаяся низкой скоростью и большой силой тяги. Однако специалистам британской компании JCB удалось удивить весь мир. Fastrac – это серия тракторов, которые способны двигаться со скоростью до 60-70 км в час. Как и любой другой производитель, JCB предлагает несколько моделей своих удивительных тракторов. Та, что вы видите на экране, получила название 8250. Высокая скорость движения открывает множество возможностей для работы. Однако нас прямо сейчас, разумеется, интересует уборка снега. Использование плужного снегоочистителя в паре с Fastrac позволяет справляться с задачей максимально быстро, не создавая на дорогах пробок и заторов. Эй, хватит лениться! Пора заряжать мозги! Добро пожаловать на канал Brain Time. Невероятные события прошлого, настоящего и даже будущего. Буйство природы и мира животных. Шокирующие факты и неразгаданные тайны. Все это и многое другое вы найдете здесь. Подписывайтесь, не пожалеете!